проплатив очередной участок дороги, продолжаем движение в Севастополе. Вторая серия маршрута Москва-Севастополь. Пользуясь моментом, хочу сказать для автотуристов, автомобилистов и для тех, кто отправляется вот в эту поездку, читайте комментарии. Очень много полезной информации можно получить в комментариях к этому видео. Как, например, логин AS006409 очень хорошо рассказывает о тонкостях трассы М4. Ну, по всей вероятности, часто там передвигается, но и делится своим опытом, своими наблюдениями в комментариях. Рекомендую читать комментарии этого пользователя. Я думаю, много полезного, хорошего для себя можете узнать. Повторяю, логин латиницей Читайте комментарии, приобретете много полезного для своей поездки по трассе М4 Дон. Также обращаюсь ко всем, кто имеет опыт, какие-то знания по трассе М4, писать в комментариях и делиться своим опытом, своими знаниями. Ну, в общем, все, что считаете нужным рассказать о трассе М4 Дон, пишите в комментариях. Вот, обмениваясь такой информацией, вы поможете другим водителям. Чистое небо, солнце в лицо, правда. Ну и проблемы с омывателем лобового стекла. Так называемая незамерзайка замерзает на лобовом стекле, создавая определенные трудности. Продолжаем двигаться по трассе М4 Дон. Впереди у нас развязка, где будет соединяться федеральный участок, Государева дорога, с коммерческой дорогой М4. С левой стороны
далеко. Товарковский, поселок Товарковский, чуть ближе с левой стороны Кузовка, с правой стороны Малая Огарева и Верхоулье. Так, справа по ходу движения далеко справа. Ну, впереди будет поворот. Это поселок Волова. Населенный пункт. Сейчас проезжаем Красный холм. С левой стороны Никитская. С правой стороны также отдаленно проходит железнодорожная ветка. Ну, есть небольшие поселки слева и справа. Слева, например, Никитская, Непрядва, Дворики. Далеко поселок Кресты. Это с левой стороны, с правой стороны Становая, не знаю, Ялта, Баскакова, Панарина и так далее. Ну, такие небольшие поселки. Не знаю, может быть, деревни или колхозы. Далеко справа проходит железная дорога, повторю. Деревня, по всей вероятности, деревня Становая. Станция железнодорожная Ялта. Это с правой стороны, с левой стороны дворики вдалеке. И далеко слева Турдеи. Больше пока никаких достопримечательностей, на что можно было бы обратить внимание, пока не вижу. С левой стороны, с правой стороны остался позади поселок Сухие Плоты. Впереди, с правой стороны, Лядовка. С правой стороны также поселок Горный, Лутово и железнодорожная станция Балычевка. С правой стороны. Также там находится Додоновка. И с правой стороны Казачка, поселок по всей вероятности. А с левой стороны далеко Казинка, чуть поближе Маховое и недалеко от дороги Малые Плотики. Впереди развязка. Развязка, поворот на поселок Казачка. А с левой стороны, ну, видно будет, наверное, на видео, деревня Красавка.
Так, слева проехали деревню Красавка. Справа деревня Прутки, Каменка. Поворот налево впереди. Это к населенному пункту Павлов Хутор. И далеко совсем Крутое, деревня Крутое. Это с левой стороны. С правой стороны, повторю еще раз, проходит железнодорожная ветка. Станция Каменка, станция Кременный, деревня Сафоновка. Развязка Ефремовское шоссе направо, трасса М4 прямо. Слева далеко поселок Мирный. Вот как-то так. Проехали поворот на Ефремовское шоссе. Ефремовское шоссе, оно переходит федеральную трассу М4, бесплатная. Двигаемся по платному участку трассы М4. С правой стороны Залесское село, Буреломы, Северная звезда. Это с правой стороны Залесская, Буреломы и Северная звезда. С левой стороны впереди Овсянникова, Голубочки, Сторожа. Ну, это далеко совсем от трассы. И далеко впереди мост через реку Красная Меча. Красная Меча, как правильно. Ударение ставьте сами. Я не знаю, как правильно ставить ударение. Так, впереди развязка. Повернуть направо, значит попасть в город Ефремов. Повернуть налево. Кытина. Ключевое. Октябрьский. Ну, это совсем далеко. Перед развязкой мост через реку Красная Меча. С левой стороны за рекой поселок Благодать. Справа, как я уже говорил, город Ефремов. Много небольших деревень. Стрельцы, Пушкари, Богово, Покровка,
Красина, Красная Заря. Вот она, развязка сейчас должна быть. Или проехали уже, честно говоря. Проехали, по-моему. С левой стороны поселок Восточный и 12 октябрь. Далеко слева Банная и так далее. Мы объезжаем, по сути, город Ефремов. Впереди у нас железнодорожный переезд, развязка, значит, на развязке уйти в развязка на город Ефремов, Ефремовское шоссе и трасса М4 федеральная, бесплатная. Напомню, что двигаемся по платному участку. Ну, короткая остановка, стоянка, магазин, заправки, заправка, останавливаются фуры, грузовики, ну, небольшой отдых. Это остановка на развязке в город Ефремов. Ну, слегка передохнув, продолжаем движение. Повторю, что сразу на развязке можно уйти в город Ефремов, повернуть в город Ефремов. Продолжение следует...
90. Так, развязка. Значит, направо круглики. Налево село Лобаново, Коммунаров. Ну, много деревенек, маленьких населенных пунктов. С левой стороны деревня Срекинка, Луговка, Луговка, Прутки. Железная дорога теперь с левой стороны от нас по ходу движения. Далее, приняв право, уйдем на платный участок. Прямо или левее. Федеральная трасса, участок бесплатный. Ну, по карте смотрю, бесплатный участок короче. Платный делает петлю. Мы примем право и пойдем по бесплатному. Ну а федеральная трасса М4, она идет параллельно железной дороге, станция Лукьяновка. Ну и вроде бы все. Платный участок. Впереди развязка. Значит, поворот направо. Ламское. Ламская 2. Широкий. С правой стороны, с левой стороны. Повернув налево, можно попасть на... выехать на Государеву дорогу М4. Государева дорога М4, это я называю федеральную трассу. Да, интересно будет проехать все-таки по федеральной трассе, Государевой дороге. Платежный терминал. С левой стороны проехали поселок Новиково. С левой стороны чуть дальше впереди поселок Платы. И пока... Вот я смотрю... По карте смотрю, по карте, значит, федеральная трасса, Государева дорога, она более ровная, в смысле без поворотов, без извилин каких-то. Короче, получается. Да, у меня все-таки вызывает повышенный интерес проехать теперь, даст Бог, по федеральной трассе М4.
с правой стороны впереди поселок Грунин Варгол. Но с левой стороны много небольших поселков, деревень перечислять не буду. Полотно дороги, временами какие-то выщерби, асфальт рассыпается. Выщербинки такие, ямки. Хорошая информация на дороге, такие огромные панно, таблицы. Подсказывают необходимую информацию. Дают необходимую информацию. Вот если сравнивать с маршрутом Москва-Симферополь, лосирое небо, совсем по-другому смотрелся пейзаж, что теперь картинка немного оживилась. Голубое небо. Что ты принес? Подарок принес. Подарок? А чего там у тебя за подарок? Там самолет у тебя, что ли? Ух ты! Это не самолет, это собака. Собачка это? Да, это что, забываю по собачке? Ну, я забываю всегда. Ну, посмотри. Это я подумаю. Что это? Здесь картинка нарисована зума. Картинка? Да, это... Да, это называется зума. Очень хорошо. Да, мне подарили локи, на этой его картинка. А эту будешь картинку смотреть? Что там ты видишь на картинке? Вон. О, смотри, какая карточка. Красивая. Красивая. А здесь что ты видишь? А здесь вижу мост. Мост? Где ты мост увидел? Увидел перед мамой. Кто там едет впереди? Впереди. Впереди плохая дорога. Ограничение 80. Что она говорит? Чаще говорит, единая дорога.
Плохая дорога? Ледяная. Ледяная. Да. Ну вообще. Ну вообще. Ну да, вообще. Ну конечно. Как так можно? А это кто едет? Едет фура. Фура? А куда она едет? Она едет на загрузку. Ну, какая машинка, видишь, впереди. Да, она впереди, это такая белая. Кто там сидит? Там сидит папа и девушка. Это кто разговаривает? Ты. Это за папа и дедушка. Да. Это за вы, так видите кого-то на земле. Впереди кого-то и видите папа и дедушка и папа. А куда? Там вы свою машину сели. А куда они едут? Они едут в паром. Паром? Да, это паром, как ты показывал мне, паром. Паром. Да, как ты мне показывал. Там птичек кормили? Да. Стрелка срабатывает до 5 километров. Может, дальше нам еще. А я там увидел корабль. Ну, скоро будет паром, скоро будет корабль снова. Опять? Да. Опять корабль? Да. А я хотел видеть парома. Паром? Ну, увидишь скоро. Ты на пароме? Вот он, мост перед мамой. Где ты мост увидел? Вот он. Это мост разве? Да, я увидел так... Да, я... Присбрызгал себя. Себя сбрызгал. Обрызгал? Ну, умывался дедушка, умывался и обрызгался. Да. Вот такое вот присосло. Ты одень эти тапочки свои. А я не носил тапочки в коридоре. Вот здесь посмотри, внизу. Там? Возле моей кровати посмотри. А? Возле моей кровати посмотри. Своей кровати. Головком. Нету. Ты что, забыл? Он не под кровати, а просто здесь. Там какая-то конфетка. Какая-то там конфетка спряталась. Какая-то конфетка. Ну иди, достань ее. Она не открывается. Давай, я помогу тебе. Спасибо. Ух ты, как вкусно пахнет. Вытаскивай. Он как очень вкусно пахнет. Ух ты! Я нашел конфетку. Ну, кушай. Да, это ты. Ой, еще две конфетки. А это там что? Еще есть? Там еще нету. Да, это что? Вон там, что это еще? Еще конфетка. А ты говоришь, нету. Ты забыла, что ли? Конфетки. Вот поваляешь, как поросенок, потом будешь кушать, да? Да. Да. Положи ее сюда. Положи на бумажку, положи. Сюда положи. Бумажку? А вот у меня теперь две. Две же две, считай сколько. Вот вторая тоже опять упала. Ну, при поросенок один, не попал. Один, два. А где вторые? Ну, вот они. Вот они запачкались на полу. Ну ты же уронил, не я. Да, это я уронил. Не беда, конечно. Солнце живот греет. Ну конечно, вот такие вот
красные мама будет готовить. Вот такие конфетки. Да. Грязные. Грязные. Я никогда в жизни такие грязные конфетки не кусал. Никогда в жизни такие. Дело вообще. Сочек так наполнился. Почему? Потому что я все съел и допил и скусал. Животик наполнился? Да, из-за еды, из-за кефира и из-за чая. Что теперь будешь делать? Теперь нужно вызвать доктора. А что доктор будет делать? Будет лечить мой животик. Животик лечит? Он у тебя болеет, что ли? Да, он наполнился. Эх, мелкий. Эх, дедушка. А я уже их устал носить. Ну, поближе положи сюда, устал носить. А мама не поснилась. Пошел обходить родителей. Не помню, о чем говорил, но это можно будет послушать на втором аккаунте «Видеодорог России 2». Там будет это видео без ускорения с оригинальным аудио. Кому интересно, добро пожаловать. Километров? Да. Что 8 километров? Которые измеряют мальчиков и машинок. Больших. И мамы, пап. Наверное. Так, логин AS006409 написал. За Аксайским мостом, там где вы свернули с М4, был огромный выбор кафе. Ввиду жесткой конкуренции, цены либеральные. И все готовят вкусно. В сельских магазинах надо дружиться с продавщицами и спрашивать, чтобы они сами себе на перекус взяли. Ну ты мешаешь мне. Как правило, фигню не советуют. Хотя бывает и отмороженное. Между Азовом и Краснодарским краем всегда дорога не фонтан. Но и М4 сейчас убита в хлам зерновозами. Щебеневозами, металлистами и прочим перегрузом. По Краснодарскому краю дороги отличные. Чтобы ночью по этой дороге комфортно ехать, цепляйтесь в хвост местным коммерсантам и уезжайте с ними одинаково. Где они 120, там и вы не останавливаете, не отставайте. Я сбавляюсь, значит, есть причины. Ну, дельный совет, дельный. Благодарю. AS006409. Так, еще пишет про навигатор. Это то, что поехали в объезд пробок. За Оксаем пишет. Пробки можно потерять 6-8. Пробка 6-8 километров и потери может составлять 1 час. Между Кистяковской и Ленинградской разобран мост, поэтому пришлось бы ехать через Краснодар, попадая на вечерний час пик. Итого потеря фактически составила бы 3 часа. Возможно, возможно. Так, ну а по
манере движения, то есть все большие грузы двигаются по левой стороне, заставляют опережать по правой полосе. Ну, здесь, я говорю, выход один, только ГИБДД может навести порядок, поставить знак, что грузовому транспорту движение только по правой полосе, и поставить камеры фиксации. Вот, я думаю, быстро, в течение недели максимум, эту проблему можно было бы решить. А вот такие личные разборки, ну, они ни к чему хорошему не приведут, потому что всех не перевоспитаешь. Нужны дорожные знаки и фото-видеофиксация. Соответственно, письма счастья. Анекдот рассказываю неудачно. Все перепутал в конец и испортил анекдот. Все, весь анекдот испортил. Вот. Тут же моментально ответка. Ну, неудачно, что поделаешь. Опять короткая остановка. Небольшой отдых, разминка, заправка Роснефть. С правой стороны по ходу движения Государева дорога, трасса М4 Дон. Ровная, как стрела. Ну, 10-минутный перерыв, 10-минутный отдых. И снова тронемся по маршруту Москва-Севастополь. На карте видно, что слева, что с правой стороны леса. Кругом лес, лес, лес. С правой стороны поселок Стародубовский. Чуть в стороне, чуть дальше, старые Дубовое, что-то такое. В очередной раз говорю, что ударение ставьте сами. С
Так, ну, после непродолжительной стоянки, короткого отдыха, продолжаем движение по платному участку трассы М4 Дон. Повторю, что с правой стороны совсем недалеко, ровная как стрела, федеральная государева дорога М4 Дон. Впереди, значит, платная дорога будет соединяться с государевым участком, сделает петлю, и мы опять уйдем в сторону. Федеральная трасса пойдет ровной стрелой. Впереди развязка. Ясно. Право, правый поворот. Населенный пункт Хлебная. С левой стороны Воробьевка. Кругом поля. И слева, и справа. Никаких достопримечательностей особых нет. Повторю только, напомню, что с правой стороны ровная как стрела федеральная государева дорога, трасса М4 Дон. Да, там по всей вероятности интереснее ехать, больше населенных пунктов. Как-то, наверное, интереснее. С правой стороны населенный пункт Конь, колодец. Он расположен на берегу реки Дон. Снова впереди развязка, можно на этой развязке уйти на федеральную, на государеву дорогу, повернуть направо, или же двигаться прямо. Все равно после развязки платный участок будет соединяться с государевой дорогой. Далеко справа населенный пункт Отскочная и река Дон. Отскочная находится прямо на берегу реки Дон. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Вот здесь где-то будет объединение федеральное, или уже произошло, соединение государевой и
платной М4. Впереди по ходу движения с левой стороны Князева и значит, с правой стороны, напомню, река Дон. Там же населенный пункт Кривоборье, Негачевка, Фомина, Негачевка. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. С левой стороны много небольших деревень. С левой стороны, напомню, Глушицы, Нелжа, Карачун. Еще дальше Студенки, Медовка, Демшина, Поддубровка, и город Усмань. Через город Усмань проходит железная дорога. С правой стороны Петровская, прям по ходу движения. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. По ходу движения Сергеевская, Комсомольский. Но мы их обойдем стороной. Хотя государева дорога проходит через эти населенные пункты. Далее платная М4 и государева дорога снова соединяются. Так, нужно пойти на выборы, выполнить свой гражданский долг, ну и по возвращении снова продолжу комментировать. Напомню, что покомментирую, глядя на трек, проигрыватель DataCam. Очень хороший проигрыватель, очень нравится мне. И закончу комментировать вблизи поселка Галкино. Так, продолжаем движение. Значит, проехали Галкино. Впереди левый поворот на поселок Красное и поселок Гниис. Ну, исследовательский институт, чего-то сельского не знаю. Там же находится поселок Айдарова, поселок Рамонь и так далее. С левой стороны тянется река Дон, поселок Кулешовка. И далеко впереди, ну, относительно Новожелотинное, Хвощеватка, Медовка. С левой стороны, я уже говорил,
поселок Вниз, Рамонь. Поля, леса. С правой стороны в основном поля, а с левой стороны впереди большие лесные массивы. С правой стороны, с левой стороны по ходу движения на некотором отдалении река Воронеж. Река Воронеж. Вы с правой стороны уже проехали Новоживотинные, Маховатка. Еще чуть дальше в стороне справа Хвощеватка. С левой стороны проехали Староживотинные. Тянется река Воронеж. Впереди развязка. Уйдем на левый поворот. Прямо, прямо Воронеж. Воронеж будем проходить по объездному участку, по объездной дороге. В Воронеж заезжать не будем. Эта развязка была объездная Воронежа и через Воронеж. С правой стороны по ходу движения аэропорт Воронеж, Чертовицкая. С левой стороны поселок Чертовицы. Аэропорт небольшой, судя по... по взлетно-посадочной полосе. Это объездная дорога Воронежа. Впереди камера, ограничение 110. Комментарий веду. Беру информацию с карты проигрывателя Datacam. Стараюсь максимально по времени сопоставить видео, синхронизировать аудио и видео, короткие ролики, ролики по 5 минут, разбит весь все видео. На объездной дороге Воронежа, с правой стороны по ходу движения город Воронеж.
правой стороны река Воронеж, разливы, довольно-таки широкая река. Впереди развязка, направо уйти это в Воронеж, налево в область, с левой стороны по ходу Бобяково, деревня по всей вероятности, на некотором отдалении совхоз Новоосманский, первое отделение. Ну а мы будем двигаться прямо по трассе М4. Впереди развязка, значит, правый съезд, первый съезд в Воронеж на Ленинский проспект, второй съезд. Здесь, по-моему, 65, да, или 60? Второй съезд на улицу Ильюшина, третий съезд. Третий съезд на трассу М4. Не заезжай там, но я заезжаю на Лукойл. Да. Там возникли небольшие проблемы. Заезжаю на Лукойл и жду ведущего. Уже начинает смеркаться. Сходил в магазин на Лукойле. Ничего интересного нет. На этом заканчиваю комментировать вторую серию. Повторяю и обращаюсь вновь к тем, кто будет просматривать и кто знает более детально трассу М4 Дон, платную или государеву дорогу. Пишите свои советы, рекомендации, подсказки. Это, думаю, будет полезно для тех, кто собирается на автомобиле в летний период или период отпусков отправиться на юг России. Думаю, что подсказки, советы, рекомендации могут быть очень полезными. Некоторые из них я буду зачитывать в комментарии к видео. На этом заканчиваю комментировать вторую серию. До следующей серии.